Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 сентября 2019 года. Сегодня в Анапе отмечается День города. Не очень повезло с погодой, ветер сегодня. Но это улица Горького. Как всегда, здесь кормят, поят. Вот такая инсталляция из бутылок. Виноделы свою продукцию выставляют. Шашлыки. Здесь чай наливают. Ну, конечно, многие уже свернули, а может быть, еще и вечером будут наоборот развернуться. Ну, люди одеты тепло, потому что ветерок такой свежий. А здесь оркестр готовится к выступлению. Или наоборот свернулись, непонятно. Нет, по-моему, только расставляют. Время посещения не ограничено. Приглашаем, приходите, интересно будет и взрослым, и деткам. А вот кто-то в красном спит. Приглашаем вас. Ну, как всегда, улица Горького многолюдна. День города, гласит надпись. 21 сентября 1943 года Анапу освободили от фашистских войск. И это совпало с православным праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Обещали синоптики дождь сегодня, но дождя нет, но может быть к вечеру пойдет. Посмотрим. Я сейчас иду со встречи нашего клуба позитивного общения. Там была девушка Лиза со своей дочкой Настей. И Лиза сказала, что дождь обязательно будет, она никогда не ошибается. Посмотрим. А море, вот там видно море, и оно сегодня зеленое. Море сегодня опять зеленое, как вот и было 19 числа, когда я был на пляже. Море тоже было зеленое, и сейчас видно, очень хорошо видно, что море зеленое. Вот
солнце показалось. Я сейчас иду по Терской улице. Да и вообще небо голубое. Над администрацией такая туча серая, а здесь голубое. Черешчатый дуб. Огромный, конечно, очень огромный дуб. И если бы еще не стоянка возле дуба, было бы вообще хорошо. Чего только не строят в Анапе. Вот опять новое какое-то здание появилось. А, ну и вот и все, друзья. В общем-то, моя задача была показать кусочек маленький праздника. Праздник сегодня на многих площадках Анапы. Ну, в общем-то, меня это особо не волнует. Я не люблю музыку громкую. И мне сейчас хочется прийти домой и побыть в тишине. А кто смотрел мое видео и кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч.